Денис? Чё? Сколько стоит первое место? Я не знаю. Да, рассказывай. Судья, кто? Для того, чтобы понять, где ехать. Только вешки. Да, только вешки стоят. Ворот. Потом фотки скинешь, как? Да. Касание. Есть? Есть. Только у меня потом кто-нибудь посмотрит. Ага. Вот. 5 баллов. Да, 5 баллов. Я думаю, у нас тут у всех будет баллов по 100. Потому что на плане где-то. По-моему, там все один загребет на эту. Да загребет, да. Только задние колеса вот они не пройдут. Длинная база, вот это на самом деле тяжело. Далеко. Получается, о, капец, капец. Ну как? Нет, это. Время сразу тоже будем 10 баллов в минус писать. Давай, давай. Сбила. Зато тут ты. Опа. Нифига давай. Себе. Вот вам и подъем тяжелый. Это скоро впереди. Во, видишь? Электроника-то хорошая, что делает. Чудеса просто. Я вот тоже мечтаю о хорошей электронике. Такой же, как вот сейчас построить. Во! Ты если заденешь, не страшно. А, давай. Что за фото? Лёха заснимет зеленый этот раньше. Воу! Потом возьму еще 2 коллектора таких движка для Сашки. Вот он меня задолбает своими звонками. Ездил бы на участие хоть так. Да. Ну сейчас будет 10. Ну пасик. А вот и факт. Нет. Все правильно. Так у меня на дефе стоят. По боковым зацепам надо цеплять. О! Записываешь, да? О! Сколько там? Самое главное, что не находить по трассе. Потому что да. Кто сбил старт, тот снимается с позором. Сразу, нифига себе, влетел. Такая шестеренка, она только на одну больше давал усилия, она сразу сюда ее отпускает. Все равно. Ладно, 5 пусть будет. Это 10. Можно тогда вообще не ехать. Да я, это же шутка. Ну понятно. Ты что, 4 правила сильно знает? Ну ты ему объясни. Не, ну давай ты. Бухал? Я подниму. Разбухал. Смотря какая у кого стройка. Чисто. Вот здесь, кстати, на медляке можно заехать. Вау! Рука? Не, это самое сложное оказалось. Батареи эти. Ты что, серьезно? Все? Потух? А, кстати, все сначала начинаешь. Я забыл про это сказать. Ну вот тебе будет веселее на втором. Ходы. Оп. Ага. Вот этот камушек, он мешает всем. Эй! Не знаю. Дорогу. Вот так вот. Ну, наконец-то. Где он как бы прошел, кстати? Да, ё-моё, у меня чуть не прошел. Аппаратура глючит. Да что ты будешь делать? Позвони сказать, запишите мне максимум. Давай, 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 мало. Нет, не задел, не задел. Нет, не задел. Вообще. Тоннель вообще классный. Задел. Так, задел 5, да, у нас? Задел? Не поторопился. Ну вот этот РГТ же прошел. Красную эту можно задевать? Можно, можно, да. Это...
Газом, только газом. Ай-яй-яй. Нет, все. Нифига себе. Тебе повезло? Или не стартуем. Или не стартуем. О, нифига себе. О, сейчас включилось. Так, где-то нет. Сейчас она работает. Ой! Включатель где-то пропадает. Вот, видишь, назад. Какие-то там деньги или еще что-то же. Мы же для интереса. А что, приза не будет? Приз будет, но только не по местам. Так не будет. Ну не за места. Не, ну вот это легче должно быть. А? Не, нифига, будет тяжелее. Ой-ой-ой-ой-ой. Пластик какой-то. Вообще. Слушай. Задел. Еще задел, да? И снес. А что, он тебе 15-й не взял, что ли? Почему? А он 15-й там взял. Ух ты! Не задел. Обалдеть. Это было больно. Задние эти призы. Вот там квадратик. Пройдено то самое. Уже не выгонит. Квадратик этот самый. Где? Ай-яй-яй-яй, надо. Все. Так. Нет, не намылил-то. Для этих, для фото. А жужжит прикольно, наоборот. Ну, так-то да. Ну кто его знает, что там. Так, третий. На всех кадрах. Я кого-то пропустил, да? Да. Пакет какой-то стоит. Ага. Ой. О! Ну хоть так. Да. Что ли по легкому пытаться? Вторая передача. Поэтому ты не полетишь. Катись. Ювелир. Кто-то вот, да. Крестик поставил. На кружок. Ну и... Не взял он те ворота. Какие? Десятые, да? У меня способами попытались. Специально развернул всем тогда, значит. Почему они так стояли? Нет, я шучу. Да. У него колеса тоже, кстати, открытые. Он один раз задел ворота, правда, но он их прошел 5 баллов, по-моему, все равно. Ну, попробуй сбить его. По правилам, не знаешь, там за подсказки. Палец сломаю. Вот, теперь крути руль. Не-не-не, до конца. Прям туда? Есть. Да. А теперь выворачивай руль. Вот. И на пузо садись. Вот теперь тут и сидел. Оба.
Там страхи бы легко. Говори. Че с вами соревноваться? У тебя тоже расширители стоят? Нет. Кекса, что? Утяжители стоят. Расширители кекса. Так вот, на сторону тебя. Я думаю, нам еще лет 5 покатать будет время. А потом тут все зарастет травой и все. И деревьями. А какой сейчас? Это пятый, да? Да. Пятый ворота, пятый... Задел. Заехал. Нет, все отлично. Блин, как он плавно, медленно едет. А все, он тоже самый дырки встал поздно. Надо было газовать чуть-чуть раньше, пока в них не встал. Я тоже два раза попытался. Понятно, что к стене шансов вообще практически нет. А если центрак какие-нибудь, может быть, помогает? А, ну он тогда разгонится. Надо вот здесь положить, я поеду. Давай! Нет, сейчас. Я уже положил. Следующему же уже к 11 уровня. Там прошел. Да, ну там он 5 баллов. Мне надо сфоткать следующего участника. Ты видел или фото? Это фото по кто? Да ладно. Нормально, прошел. Ну то, что колеса замылены уже, да? Ну просто мостик мы хотели больше сделать, но потом думали, вдруг дождь будет, а мы тут никто а не... А дождь был, кстати. Дождь был, да. Ух ты. Круто. Молодец. Не знаю, как мне здесь упираться. У меня тут руки были, блин, я перевернулся из-за этого. А проехал вот эти ворота чисто. Пойдет. Смешно. Так что мне только газом проезжает. Сразу жизнь такого аппарата сдают, и через пару часов... В тот же день второй такой же. И всегда по два. Не отвлекайся. Не отвлекайся. Мало. Задел просто. Дергаешь, дергаешь. Да, плавно да. Делаешь. Ну, в смысле, это регу? Я сейчас вообще чисто ехал. Потом совсем сюда. Зацепил. Как-то слабенько ты задеваешь. Молодец. Кашка. Сейчас. Тихо. Да.
А Дима уже у нас. А он Дима седьмой есть? Я как, кому-то ты отдал ее. Смотри-ка, заехал. Клади наверх. Ой. Пошел. Она наверху. Пропер. Если руками заденешь, будут руки. Запаску сделаешь, пока убери. Клади обратно. Надо? Конечно, она как? Она? Ну а блин, он же ей иногда он же читерски пользуется, ее переставляют в разные стороны. Она на машине должна быть. Все, что есть на машине, можно всем пользоваться. Но она должна быть на машине. Да, оно должно быть на машине. Смотри, ты ее можешь хоть сзади прилепить куда-то. Он еще и плюс длиннее всех. Ну, в плане базы. Вообще ветку вынес. Банк уже 330. Давай. Молодец. У него стабилизация есть. Зачем мы эту карули там пытаются? Кто восьмой? Я. Ну пойдем. Только нужна следующая. Карандашик же. Есть? О, задел, 25. Да. 25. Не с первого раза, но. Ой, стой! Ты там уже все проехал. Ой, все. Все? Прошел. Ты первый, кто на камеру прошел. Там что-то. А там это? Мотор вот поставил другой.
Я судья. Лопата одолжить мне надо. Можно не на время, просто куском встанем, да поедем. Да, да. О, строители. Ничего тут себе. Дорог. Пал вышел с собой из него. Сейчас ты, наверное, все расправил. Под троих промчался. Ох, сколько народу там, а. Где народ? Вот здесь, на видео. Там? Ну, давай хоть финишную сбей. Сотни тебе сразу запишем. Купил бы эту аппаратуру, вот так. Там не моет, не помню. Там чувак, видишь, в простыне сидит. В простыне. В простыне. Ну а что тут? Фигня, вот он крутит. А брызговики мягкие, не тормозят? Ну видишь, Андрей, ВЛТОС. Как ВЛТОС, да, мы думали, что ВЛТОС шире, а нифига подобного.
Вот здесь коварное место, бампером. А, не все нормально. У меня бампером раз, и у меня завтра начал спускаться. Вот я бы без учетки. Он за него держится просто. Походу сход. Сход? Что, совсем? Да, да, давай. Только не знаю, пишет что нет. О, да, ходит. Да, он что-то пронесся. Да, 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 вот эти ворота проедет. Парами один препятствие проехал, второй один. Я нечаянно. О, он что, зацепился там? Он задевает, ну, крышей, да. И тут сломали. Кто в других местах легли? Грязь залезли, да? Водитель там. Курок отдельную. Для таких, для соревнований на таких кузовах. Для соревнований надо котлету. Типа вот это, ТФЛ, которая. Каркас. Каркас ТПЛ, это вообще как? Не, почему? Вот, вот даже твоей кабины взять и... Молодец! Я не понял. Кстати, да, можно было задом спуститься на лебедке. Молодец вообще! Долгожитель тут. У меня, кстати, есть кодек. Он мне не нужен. Только не пикап, а такой. Не, я вешку. Вот и я так же какую-то вот эту вешку. А вот какого-то чувака. А, нет, вообще. Макс, у тебя стрела была, палка эта, для лебедки. Стой, лебедка, стой. Мокрый весь, страховый, не зашкался. Как тут проехать, да? Ты бы лебедку подмотал. Да, еще. Ну да, зато теперь первым было тут тяжелее. На той я здесь проехал, а на этой тоже проезжаю. Не, ну в смысле, ты на той всю трассу прошел? Да. Тут вообще легко прошел. Да? Тебя антенна спасает еще.